13 августа Десногорск встретил первую экскурсионную группу из районного центра в рамках нового туристического проекта «Формула Q. Узнай юг Смоленщины». После обзорной экскурсии по Атомграду гостей ждало необычное завершение дня. Сотрудники историко-краеведческого музея решили не отпускать гостей города домой с пустыми руками. На память о Десногорске каждый увез с собой эксклюзивную конфету, сделанную собственными руками. Мастер-класс по изготовлению леденцов провели сами работники музея. А «Атоминка», как назвали сладкое изделие создателей проекта, стал вкусным и памятным сувениром из самого молодого города области. Прошедший мастер-класс стал заключительным этапом экскурсионного дня. До этого туристы познакомились с самыми главными достопримечательностями Десногорска. Для них прошла обзорная экскурсия по городу Десногорску. Побывали мы на блочном щите управления, в учебно-тренировочном центре, также в интерактивном классе и в музее Смоленской атомной электростанции. Напомним, что весной 2021 года Десногорск вместе с Рославлем вошли в туристическую программу «Формула Q. Узнай юг Смоленщины». В финале конкурса акселератора туристических проектов муниципальных образований Смоленской области эта концепция заняла второе место. И в этом же году началась полномасштабная реализация проекта. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.